Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска. Двигатель 3 литра турбодизель, коробка автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 137 тысяч километров. Заменим на нем дворники переднего стеклоочистителя и заднего стекла. Дворник снимается здесь легко. По бокам с двух сторон нажимаем вот эти флажки и выворачиваем его вверх. Здесь он одевается на крючок и защелкивается. Дворники использовать будем фирмы Valeo VM454. Дворники идут одинаковые на 26 дюймов. Так идут упакованы два дворника. Аккуратно их снимаем. Одеваем на крючок, опускаем и защелкиваем два фиксатора. Все. Опускаем на место. И также меняем со второй стороны. Все, дворники установлены, перед этим стояли фирмы Bosch, они короче, чем должны стоять. Вот если даже померить, хотя нет, не короче, но след почему-то оставили короче, они, наверное, смещены по креплению. Странно, и по креплению нормально. Просто подбирали, он один дворник короче другого стали, а должны стоять одинаковые. Меняем задний. Задний дворник берем оригинальный. Номер его идет 4L0955-425. Снимаем дворник старый. Возьмем отверточку. Поддеваем дворник. Вот так он крепится только в одной точке. Распаковываем новый. И защелкиваем его. Все, защелкнул. Дворник установлен. Замена дворников быстро, поэтому ничего сложного нет. Всего вам доброго.